Дальше начинаются корпоративные документы. То есть свидетельство о праве собственности, если помещение принадлежит обществу. Да? Документы. А договора аренды и все, что связано с передачей имущества. Согласие собственника и копия правоустанавливающего документа, если зарегистрировано будет на домашний адрес. То, о чем сейчас написано в законе, что можно зарегистрировать на домашний адрес, но живете вы с женой, а жена говорит, а зачем мне это надо? Или с тещей? Что можно зарегистрировать на домашний адрес? О! Это как? Ну вот сейчас вам дали возможность, в проекте указано, ну уже подписано, что вы можете в порядке вот этого бесшовного перехода ООО зарегистрировать на свой домашний адрес. А если не переход, а просто ООО? А если нет, тогда нужно административное помещение. Вот, при этом вам даже там прописали льготу, что не будут повышать да, коммунальные платежи, потому что для юрлица и для физлица там разные тарифы. Вот. И так-то можно было, просто платили бы дороже. Вот. Поэтому тут есть момент. Но тогда нужно согласие, да, как бы всех тех, кто там. Вот. Или же имеет отношение, да, то есть собственник. Потому что живете у тещи, у свекрови, да, как бы она скажет, что мне это зачем надо? Не хочу. Имеет право не хотеть, да. И дальше у вас будет нарастать протоколы общих собраний, либо же решения единственных участников минимум раз в год. То есть надо проводить годовое собрание, даже если вы один сам из себя будете собираться, утверждать годовой баланс, смотреть, туда ли вы идете, куда вы хотите, да, и что вам еще надо сделать. Если же вас несколько и надо принимать какие-то решения, вот в том числе по сделкам с аффилированными лицами, займ, или же еще какая-то история, да, ну возьмем классику, партнер хочет дать денег, готов предоставить займ. Но он аффилированное лицо, значит, нужно через общее собрание сначала прописать, что вы согласны на этих условиях, то есть проект договора займа, потому что понимаем, что потом, если что, то есть жена эти деньги все равно с нас снимет, да, по договору займа. То есть вот эти корпоративные документы, они будут прирастать постоянно, да, по мере необходимости.